Полиной будем играть в очень веселый челлендж под названием «Веселые передевашки». Сейчас вам Полина расскажет правила этой крутой и веселой игры. У нас есть карточки. На них написано название одежды, обуви, аксессуаров. И чтобы было смешнее, мы все одеваем поверх. А если нам попадается обувь, мы одеваем по одному ботинку. Обувь? Ой, вот так, как это, как бы, допустим, куртка и сверху майка. Ну что ж, начнем. Сейчас мы все карточки перевернем и размешаем. Давай перевернем. Я тебе чуть-чуть помогу. Эта игра очень веселая. Очень-очень. Сейчас мы вот эти все записки вот так кучу намешаем, перемешаем. Я так себе, давай посерединку. Так вот все перемешиваем. Чтоб ничего не было видно, все, перемешаем. Все, теперь давай достаем, да? Раз, два, три. Так. Лосины, ура! Я как раз сейчас в лосинах. А у меня варежки. Так, давай в сторону. Теперь. Давай еще раз перемешаем. Еще раз. Раз, два, три. Футболка, мне вообще вдвойне повезло. Ура! Ксюша... Аксессуар попадается больше. Пока. Очки. Так, давай еще раз. Раз, два, три. Юбка. Зимняя обувь. Супер. Мне что-то не очень охота зимнюю обувь надевать. Мешаем, мешаем, перемешаем. Раз, два, три. Шар. Зимняя куртка. Шар. Шар, шар. Мне повезло. Жалко. Давай еще. Тебе придется, у тебя все куртка будет трещать. Так, у меня большая майка. У меня рюкзак. Большая майка. Так, давай. Ну стой ты. Я хочу запутать. Я возьму что? Шорты. Шлепка, ура! Шорты. Очки, варежки, зеленые. У нас еще записок мало и мало. Так. Тапочки! Шапка. Как раз у меня варежки. И зимняя обувь. Три. А я вот это. Платье. Поверх куртки. Супер. Летняя обувь. Супер. Так, а тут что? Давай вместе посмотрим. Зонтик. А кто будет зонтик? Давай на Суефа. Тут зонтик будет. Давай. Суефа. Суефа! Суефа! Почему? Белый зонтик! Блин. Ну все, мы сейчас пойдем переодеваться, и вы увидите, какими мы будем. Посмотрите на наши прекраснейшие луки. Вот такой крик. Смотрите, у меня тапок и один зимний ботинок. Да я вообще какой-то девушка. Лосины, а футболка у меня под курткой. И чтобы на меня наделось платье и юбка, мне пришлось надеть Ксюшину куртку. А я вообще какой-то дедушка. А я разные варежки. Я же не девочка. Чем у меня тут розовая? Почему у меня тапки такие разные? Кофта. Вот посмотрите. Вот такие у нас образы. Да, внутенька? Да. А я дедушка. Ну что, давайте приступим ко второму раунду. Да. Мы уже все перемешали и все перевернули. Давай вытаскивай. Давай. Раз, два, три. А, у меня кепка. Шарфик. Кепка. Крутая кепка. Так, давай. Раз, два, три. Платье. Шортики, ура. Я их так хотела. А я книга. Раз, два, три. Очки. Рюкзак. Раз, два, три. Три. Зимняя. Зонтик. Зимняя куртка. Так. Раз. Два. Три. Зимняя обувь. Лосины. Давай, перемешаем. Давай. Перемешаем. Раз, два, три. Варежки. Летняя обувь. Так, я возьму вот
Топ и мне. Юбка. Шапка. Раз, два, три. Большая маечка, ура! Тапки. Так, давай на свой факт. Кому это попадется? Давай. А что тут у нас? Футболка. Суефа. Мне футболка, ура! Ну все? Пошли переодеваться, Ксюша? Пошли, Полина. Ты какой-то... Две кепки. Вот это. Какая-то куртка. Вот тут. А у меня платочек маленький. Супер. Ой, какие хорошие образы. Ну, что это такое? У меня еще шарфик. У меня тут платье висит, как на вешалке. На чем вам вешалка, что ли? Ну, вот большой ботинок маленький. Ой, сетчек не было. Ну что, давай приступим к третьему раунду. Приступим. Тянуть? Давай. Раз, два, три. У меня футболка. Зонтик. Вот. Раз, два, три. Тапочки, ура! Очки. У меня пока аксессуары только. Раз, два, три. Шарф. Большая майка. Так. Раз, два, три. Летняя обувь, ура! У меня платье. Я платье. Раз, два, три. Юбка. Зимняя куртка. Раз, два, три. Кепка. Варежки. Раз, два, три. Зимняя обувь. Рюкзак. Может, я тебе это передам? Потому что у тебя вообще обуви нету. Давай. А тебе рюкзак. Поменяли все честно. Раз, два, три. Шапка! Что, у тебя есть головной убор? Давай посмотрим. Нет, у тебя головная шапка. Тебе шорты? Нет, на, бери. А что, у тебя так меньше? Давай ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тебя тоже пусть восемь будет, поняла? Полиночка. Ладно. Ну что, пошли переодеваться? Мне кажется, в этом раунде выигралась Ксюша, потому что, ну, ей больше всего такого смешного досталось. Но мы, потому что мы играем, у кого смешнее будет. А у меня такой лук, как, ну, обычный такой, модный. Модный, а у меня смешной. Да. Ну что, давай прощаться? Давай. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем... Чё? Что ты хотела сказать? Что-то мне хотелось сказать. Я хотела сказать, что это... Напишите в комментариях, понравился вам этот челлендж? И понравился вам челлендж? Или снимать еще вам вторую часть? Да-да, вторую часть. А вторая часть будет еще веселее. Да? Угу. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока. И теперь реклама сапога.